В Сыктывкаре прошел республиканский фестиваль парикмахерского искусства, нейл-дизайна и декоративной косметики «Краса Севера 2021». В течение дня представительницы прекрасного пола удивляли своей красотой участников торжества. Никита Чернов не смог пройти мимо. Индивидуальный стиль, мода, макияж и выразительные черты внешности – это именно то, что отличает нас друг от друга. Каждый из нас желает выглядеть великолепно и готов уделять этому немало времени. Но если для одних это возможность выделиться из общей массы, то для других – ремесло, которое приносит деньги. А в любом деле есть свои мастера и подмастерья. Одни учат, другие готовы впитывать все, что им дают. И конкурс профмастерства – это еще одна возможность поделиться опытом и продемонстрировать все свои навыки. Этот фестиваль проводится у нас второй раз «Краса Севера». Первый был в 2018 году, и вот 3 года прошло второй фестиваль. А до этого, ребят, 6-й республиканский фестиваль, именно который организовала республика, был в 2011 году. Представьте, какой интервал огромный. Парикмахеры, визажисты, нейл-мастера – 3 номинации на фестивале. Принять в них участие могут как и уже профессиональные мастера, так и те, кто только начинает свой путь в мир красоты – юниоры и обучающиеся по данным направлениям. Сами участники конкурса к делу подходят с азартом, эмоции переполняют. Это я от души, и учиться надо, мне кажется, всегда. Просто невозможно все узнать. Вот это вот долгое оценивание жюри, когда надо было по струнке стоять. Вымотало? Боже мой, да. Просто пытаешься контролировать каждый свой мускул, чтобы он, не дай бог, не дрогнул. Это очень тяжело, но потом ты испытываешь такое блаженство, когда все это заканчивается. Услада не только для глаз, но и для ушей. В перерывах между конкурсными направлениями гости фестиваля наслаждаются музыкальными представлениями коллектива в Коми. Среди гостей, к слову, не только работники сферы красоты. Прийти на фестиваль, чтобы узнать о современных тенденциях в мире моды, визажа и маникюра, могли все желающие. На самом деле, с момента начала этого конкурса, уже скоро будет 20 лет, конечно, не каждый год у мероприятия был шанс проводиться, поэтому для нас вот в этом году это, конечно, знаковая история, потому что после такого непростого 2020 года, после пандемии, немножечко выбраться, да, посмотреть друг на друга. Мы все говорим о том, насколько важно, чтобы у нас все отрасли, не только индустрия красоты, пополнялись молодыми талантами. А где еще, как не на таких подобных площадках, выпускникам, учащимся, начинающим мастерам показать свою квалификацию, свои навыки, обменяться опытом, действительно получить то признание, ту оценку, которая важна, наверное, для каждого из нас. Залог хорошего конкурса – место проведения, оборудование и призовой фонд – это главные составляющие, но куда более важный фактор – это профессиональное жюри, эксперты своего дела. Именно они и оценивают конкурсантов. Вообще хорошо организовано. Я так встрепенулась. Долго не было таких, не проводилось мероприятий, и как-то мне нравится. Теперь, если будут проводить, я обязательно буду принимать участие. И вот финал. Свыше 60 конкурсантов томительно ожидают решения членов жюри и гадают, кто из них все же возьмет пальму первенства. Призовые места важны, но куда важнее то, что почерпнули для себя все участники. Это новые, свежие идеи, техники, подходы. А еще профессиональная конкуренция, которая в итоге всегда приводит к высоким результатам у всех. Никита Чернов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрка.